есть одна цель. Ты и дичь. Он там нас буйвол ждет. Дискотека, идем в клуб деревенский. Туда подключается телефон, чтобы сразу делать съемки. Веревка натянута с бубенцами, и они ей поднимают птицу. Это вот то, что я добыл. Я даже не знаю, стоит ли сегодня поздравлять. По колено в грязи, но удовольствие неимоверное. Мы опять в Маниле. Время 6 утра, по Москве час ночи. Но мы уже собраны на охоту. Сейчас за нами заедет Рамон, и мы пойдем гулять по рисовым полям, искать птичек. Morning. Good morning. Security guard opens up. Oh, there's also a dog. Dog is here. Oh, hi. How are you? Good morning. That's Pressy. Pressy. Morning. Good morning. Так выглядит типичная филиппинская деревня. Вот здесь сервис есть, мотоцикл с коляской приехал. Видимо, основное средство передвижения. Вот здесь у них есть магазинчик, можно чего-нибудь прикупить. Есть вот такие ботинки для дайвинга. Когда ныряешь, надеваешь на них ласт. А мы сегодня купили их для того, чтобы пойти помесить грязь вот здесь в рисовых полях. Петухи, курочки, все как надо. А почему они такие обдерганные? Боевые петухи. Боевые, думаешь? Да, ты видишь, как собака привязывает. Блин, это как у нас в моем детстве. Окей. О, ружье. Ганс. Так, мне достался полуавтомат, винчестер. Не было у меня никогда винчестера, сейчас у меня есть возможность его протестировать. Окей. Так, патроны у нас итальянские, 7,5-24 грамма. О, тебе здесь выдали? Да, нас знают везде. Беретта 682 в исполнении Гол. Ну, вариант спортинг. Сейчас выстраиваемся в одну линию, идем прямо, все, что будет взлетать у нас из-под ног, мы стреляем только прямо и назад. Вправо-влево не стреляем, потому что идем в одной линии, как на вальшнапа. Мы ходим, вальшнап маленький, так fast birds or the doves? Not the white birds, all that, but the other guys. Look at this, this guy is gonna go hunting air gun. South Korea, this one. No, Finland by top or Sweden? Sweden. Sweden. This is in they have 30 caliber, 25 caliber, 22 caliber. You can interchange all the...
PCP винтовка калибр 5,5, и он пойдет с ней на охоту. Круто. Later we'll record your shooting. Okay. Подключается телефон, чтобы сразу делать съемки. Блин, офигеть. I'll record. Куча была собрана, прямо феноменальная, вот так вот. Сейчас это становится все интереснее и интереснее. Он для this? For me? Okay. Thank you. Мне дали филиппинскую футболку. Самое главное не сгореть в этом вопросе. Вот, поэтому мы ее одеваем на голову. Оп. Ну вот, мы начали, уже зашли в поле, он там нас буйвол ждет. Самое главное его не подстрелить. Вот буйвол как на меня смотрит. Мне радостно. Пошел, пошел буйвол, да, смотри. А он привязан, буйвол. Да. Себе технология. Вот здесь вот веревка натянута с бубенцами, и они ей поднимают птицу, потому что она сидит очень плотно. И идут два помощника справа и слева на расстоянии где-то 100 метров и тянут эту веревку, которая гремит. Слышите? Just one. Да нет. Че, не так? Да, надо было стрелять, не надо. Сказали все, что не белое. Я и. Стирайте сразу. Это вот то, что я добыл. Я даже не знаю, стоит ли с этим поздравлять. But it is not the one bird we should shoot. Yeah? Да, на такую нельзя стрелять. Сейчас будем проходить следующее поле. Вот дичь тоже выстроилась уже, вон, видите. Короче, если ничего не добудем, придем сюда. Уток пострелять? Да. We just changed location, there's no water here. Мы меняем локацию, надо разрядить ружья. Здесь мало воды, поэтому птичек мало. Good job, тебе говорят.
Подбил, что ли? Да. Дальше, похоже, болото, в котором растет рис. Вот видите, тут даже ручей перетекает оттуда сюда. Что хочу тебе сказать, когда ты выходишь из машины, жарище неимоверное. Когда ты начинаешь охотиться, все эти ощущения пропадают. Этот адреналин, который бьет во время охоты, он убивает все. Есть одна цель – ты и дичь. О, вот Андрюк, смотри. How many snipes have you shooting? Hopefully 100. Yeah, but today? Today I shot only 3. But we're racking up. We still have more areas to go. Ты сколько сбил? Да 2 там еще на том поле. When you see the dragonfly coming. Скоро пойдет дождь, он говорит. There. Мокрый весь. Хорошо хоть ветерок. Do you have the season or when high season of birds? You come here around November, December, January, February. Вон дискотека, идем в клуб деревенский. Нет, что-то я это самое перебрал с дискотекой и клубом. Это детский сад, походу, местный. Макарон наварили, народ. Пустяк. Сейчас будет. Детское день рождения в филиппинской деревне. Так, здесь очень много еды. Вот. Нас зовут поесть. Еду тут разделали. Have a good day. Вот так случайно мы попали на праздник, день рождения ребенка. К сожалению, мы были без подарков, ничего не смогли подарить, кроме 2 патронов. О, я сбил. Good one, huh? Waiting here? Yeah, we'll wait for Mark. Why don't you go hunt and see if you can get close to the white bird and get one white bird? Он говорит, попробуй, насколько близко ты сможешь подойти к этой белой птице. The thing is, that one doesn't fly fast, but they normally fly before you get close. Yeah. Она улетит до того, как ты подойдешь, то есть тебе надо очень тихо подходить. Погодка стала ухудшаться, поднимается. Андрей стреляет в эту белую птицу. Почти уже все, прям реально уже начинается дождь, сейчас польет 100%. Что ж, дождь не заставил себя ждать, но охота не заканчивается. Ну что, чувствуешь? Адреналин. Ух ты, вот смотри, какая это самая стая. Готово. Подбил. Вот, то ли дождь, по колено в грязи, но удовольствие неимоверное. Поднимайся.
Yan, pawala mo na si Presi, pawala mo na si Presi. Ito okay, na, dahil mawala. Rain was good. Ну что, друзья, вот мы настреляли уже на суп сегодняшний. You're very welcome, and hopefully soon you will come to the hunting resort in Cagayan. We invite many Russians, all your friends, to come. Он приглашает многих русских сюда на охоту. Это очень интересное занятие. Мы большое спасибо говорим мистеру Рамону за приглашение, за то, что он организовал, показал заводы, показал охоту, как они здесь охотятся, проводят время. И тут еще очень много всего интересного. И я еще хочу добавить, что только после охоты завязываются крепкие деловые дружеские отношения. И это действительно признак настоящей мужской дружбы. Thank you. Пожалуйста. Это птички, которые мы убили. Какупа. Наша охота закончилась, мы побывали в деревне, в которой живет, по небольшим оценкам, 30 тысяч человек. На самом деле плотность населения зашкаливает. Вот. А нас сейчас ждет перелет сначала в Гонконг, а потом в Москву.